Здравствуйте, это Вива Телеком, и давайте сегодня проведем вот такой эксперимент. Смотрите, у нас есть аналоговая станция, подключена к одночастотному репитеру Surycom SR-112. Нас интересует вопрос, если передавать в эфир цифровой DMR-сигнал, по идее станция все равно принимает его в эфире и должна дублировать обратно через попугай, так называемый, обратно в эфир. Так вот, будет ли цифровой сигнал тоже приниматься на станции? По идее, ведь никаких ограничений нет, то есть все передается через эфир. Давайте попробуем тогда. Сначала в аналоговом режиме я передаю, чтобы вам продемонстрировать, как работает попугай. Ну, то есть, то, что система работает полностью. Вот я передаю сейчас с этой станции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Проверка. Давайте погромче сделаю еще раз. 1, 2, 3, проверка. 1, 2, 3, проверка. Так, теперь смотрите, переключаемся тогда в цифру, в DMR, и попробуем передавать в цифровом режиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Станция передает, но, как видите, сигнал обратно не приходит. Еще раз проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть, видите, я переключился просто во время повтора на аналоговый канал. Видите, сигнал DMR передается, но, увы, станция его в цифровом режиме распознать не может. Поэтому, к сожалению, так система работать не будет. Хотел я малой кровью, да, обеспечить работу и в цифровом режиме попугая, но, увы, так не работает. Кстати, мы игрались и с увеличением интервала, и с помощью Roger подключения, ну, то есть, если искажения какие-то в сигнале, да, мешают полноценному распознаванию DMR-сигнала, но, увы, к сожалению, так ничего и не работает. Вот, например, для примера, да, кстати, напишите, если кто программировал SR-112 через DTMF, будет ли, ну, каким образом это делается, потому что, смотрите, я вот, например, посылку DTMF передаю, то есть надо набрать две решетки 59.0 и передать DTMF в SR. Ну, можно с нажатой кнопкой передачи, можно просто передать. То есть вот он у меня передается, да, и это я две решетки 59.0 отключил Roger Beep. Но смотрите, я вот еще раз тестирую. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, до сих пор Roger Beep этот передается, то есть система сама не программируется. Может быть, я что-то не так делаю, там как-то можно его ввести в режим программирования, но в инструкции все посмотрели, то есть вот этот список, да, никакого режима программирования я тут не вижу. То есть вот пункт 59. Решетка 59N, где N 0 это отключение Роджера, единица это включение. Но, как видите, не работает отключение. Ну все, на этом тогда данный эксперимент закончим. Если кому-то интересно, как работает одночастотный аналоговый именно репитер, не цифровой DMR, который передает на одном таймслоте, принимает, на втором передает, а именно аналоговый, как работает, ну, тот же SR-112, напишите в комментариях, если кому-то будет интересно, то сделаем, расскажем. Подписывайтесь на канал, это Вива Телеком, всего вам доброго, до свидания.